Десятое место. Чехословацкий волчак. Эту собаку легко принять за волка, но оно и не удивительно. Ведь эта порода возникла в результате попыток скрестить их с немецкими овчарками. Селекционеры хотели получить животных, которые бы сочетали лучшие качества от обоих родителей. Силы и выносливость от карпатских волков, а послушание и сообразительность от овчарок. И они преуспели в своих начинаниях. Хотя эта порода довольно редкая, характер и обучаемость у них на высоте, а тело сильное, крепкое и очень похожее на волчье. Это очень умные собаки, а потому они широко применяются при разыскной и охранной работе.